шеф-поваром работает. Ну так вот, этот Чу делает 350 миллионов раз вкуснее утку по-бекински. Вот я думаю, что из-за утка такая. Че ты фыркаешь, ты чудо? Я просто не могу конкурировать, он что, моя подруга лифчики продавала? Это вообще забыл. Ну, Костя, все хорошо. Все хорошо. Он сам сказал, что без денег тебя не оставят. Какие деньги? Подожди, я сейчас разберусь, Юрий, не переживай. Успокойся, пожалуйста, Вова здесь совершенно ни при чем. Ты что, не знаешь, почему я здесь? Нет, не знаю, почему. Потому что... Денис, зайди на склад, пожалуйста. Срочно нужна твоя помощь. 5 минут. Побыстрее, пожалуйста. Я справлюсь.